Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать на казахстанский футбол. Вторая лига. Это столица, город Астана. Садыкбек Арена. Домашняя арена клуба SD Family. У SD Family после 11 матчей 19 очков. Стартовый удар. Вот так затянулось у нас начало игры. Итак, матч начался. SD Family слева, Кызылжар справа. И Петропавловцы тут же идут вперед. А этот год начинал в первой лиге в составе уральского Акжаика. Сыграл 4 матча, забил 1 гол. А вот удар головой и снова не забивает. Там разворачивается Нуржан Ерланулы. Бьет по воротам и мяч летит над перекладиной. Удар от ворот. SD Family. Передача получилась безадресной у Наурызбая Жалгаса. Тем не менее, до удара дело все-таки дошло, но вновь мяч. Две взрослые команды, это Иртыш и Аксу. Обе из Павлодарской области. Вот редкая атака Кызылжара. На острие, который оказался в футболе, были дублирующие составы. Еще одна атака SD Family, еще один прострел. И выступала она в первой лиге. Сейчас SD Family идет вперед, можно сделать передачу. А прострел Family по штрафную. Принимает мяч на грудь. Помощь не требуется. Ну так, небольшой дискомфорт в левой. Более мягко. И вот атака 3 в 3 у SD Family. Удар по воротам. Ахаев на пас штрафную площадь. А вот хорошая передача. 1 на 1. И еще один момент не использует SD Family. Сейчас атакует SD Family. В принципе, команда весь первый тайм этим занималась. Но есть одно отличие. Наконец-то SD Family забил единственного гола на данный момент. Аскат Кутымуратович Баймулдаев. Под руководством Андрея Бурдейнова, карагандинского рефери. Еще одна передача. И там не успел Ахаев. По примеру момента трехминутной. Хотя нет. Удар. Еще один чудесным образом сейчас спас Кызылжар. 17 номер Мирас Елеуки. Уже с крупным счетом. Передача. Удар. С лета бил Ерланулы. После паса Айбека Райзо. 21 номер. Мяч штрафной SD Family. Удар в дальний угол. Какой гол? 1-1. 61-я минута. И едва ли не единственный удар в створ, едва ли не первый удар в створ Кызылжара. Комбинация по своей задумке. 5 игроков Кызылжара участвуют в атаке. И Лебедев там собирался замыкать передачу. А здесь гол не засчитан. Гол, который забивает Руслан Пунько. По штрафную неплохо. Передача. Удар. Славенький вышел. И вышли на замену Логиновский. Логиновский пытается обыграть защитника. Делает прострел. Удар. И второй мяч забивает Кызылжар. 85-я минута. 2-1 в пользу гостей. Кого там обнимает одноклуб к окончанию матча? Да, волевую победу одерживает Кызылжар М со счетом 2-1. Напомню, счет открыли хозяева на 46-й минуте после удара Буржана Хаева. На 61-й Молдобаев счет сравнял. И на 85-й Пунько принес победу Кызылжару. Победу волевую.